Минувшей ночью завершился прием заявок на конкурс талисманов вторых европейских игр. Идеи авторы активно слали более 4 месяцев. Только накануне на электронный ящик пришло более 100 работ. Прием заявок остановили ровно в полночь. Одним из символов игр станет цветок папоротник-ветки. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы этот талисман каким-то образом соответствовал идее игр. Задача конкурса на самом-то деле не первоочередная – выбрать какой-то талисман, а привлечь внимание к самому мероприятию, заинтересовать общественность, в общем-то, включить всех людей Республики Беларусь в участие в подготовке вторых европейских игр. Несмотря на то, что идеи нужно было подавать в электронном виде, прислали и много рисунков от руки. До конца месяца определится тройка призеров. Талисман-победитель вскоре украсит Минск и разлетится по миру в качестве сувениров. А его автора оденут в форму белорусской сборной и пригласят на все события вторых европейских игр.